Машина скорой помощи попала в ДТП в Анапе. ЧП произошло 26 ноября в обед. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковой машиной на перекрестке улиц Крымская и Краснозеленых. У желтой «Газели» медиков была повреждена передняя часть автомобиля. А у серебристой «Лады Ларгус» помят правый бок. Пострадавших в этом ДТП, к счастью, нет. По факту случившегося проводится проверка.